Меня зовут Мария. Я практикую йогу более 7 лет, а преподаю более 3 лет. За это время я разработала свой авторский курс, в котором делаю акцент на динамику, силовые асаны, на укрепление тела, балансы и стойки на руках. И, конечно же, огромное внимание я уделяю дыханию. Йогой занимаются люди самых разных профессий и возрастов, потому что она дает ощущение необыкновенной легкости и позволяет поддерживать в равновесии физическое и душевное здоровье. Я уверена, что йога расширяет возможности нашего тела и нашего ума. Она помогает нам чувствовать счастье внутри себя каждую секунду. При занятиях йогой очень важно создать атмосферу, которая поможет лучше сосредоточиться на упражнениях. Воздух в помещении должен быть свежим и не пересушенным. В одном из классических текстов по йоге, «Хатха-йога Прадипика», говорится об идеальных условиях для практикующего йогу. Это должно быть чистое помещение, свободное от насекомых, без сквозняков, со свежим воздухом. Конечно, во времена создания этого текста не было таких удивительных умных приборов, как сейчас, которые способны поддерживать оптимальный уровень влажности, бороться с бактериями и следить за комфортной температурой в помещении. Зато нам с вами повезло гораздо больше. Например, у меня недавно появился такой прибор. Это увлажнитель Эко-Биокомплекс Yoga Healthline от компании Electrolux. Этот многофункциональный умный прибор способен создать и поддерживать идеальный климат у вас в доме 24 часа в сутки. А еще в нем есть множество уникальных режимов для занятия йогой и медитацией. К сожалению, у многих людей нет возможности регулярно посещать групповые занятия из-за плотного или ненормированного графика. Но всегда можно наверстать упущенное дома. И в этом случае увлажнитель Эко-Биокомплекс Yoga Healthline очень вам поможет. В режиме йога Эко-Биокомплекс создает оптимальный уровень влажности для занятий йогой. А благодаря таймеру мы можем отслеживать продолжительность занятия. Обратите внимание, циклическую двойную подсветку на экране и внизу мы можем использовать как световой таймер. Отслеживая длительность упражнений таким образом, мы не теряем концентрацию. Цвет плавно меняется через равные промежутки времени – синий, зеленый и белый. В автоматическом режиме интервал между сменой цветов 30 секунд, но вы можете всегда настроить его под собственную индивидуальную программу тренировок в ручном режиме. А еще в Эко-Биокомплексе есть очень интересная функция – это дыхательный тренажер «Прана». Этот режим будет полезен как новичкам в йоге, так и опытным практикам. С помощью автоматических или ручных настроек вы можете создать индивидуальную программу дыхательных упражнений. Как известно, дыхание лежит в основе всей практики йоги, и правильное выполнение асан напрямую зависит от правильного дыхания. Чтобы расслабиться после рабочего дня, можно воспользоваться режимом медитации. Например, разместив Эко-Биокомплекс в спальне, можно уделить сеансу медитации 30 минут перед сном. Погасите или приглушите свет, включите режим медитации с мягкой подсветкой, расслабьтесь и оставьте все заботы позади. Для себя я особенно отметила функцию аромакапсулы. Благодаря ей мы наполняем воздух ароматами целебных эфирных масел. По-моему, это просто потрясающе. Ароматы оказывают очень сильное влияние на наше настроение и самочувствие. Например, масло сосны используют для профилактики простудных заболеваний. Апельсин используется для поднятия настроения, а жасмин снимает нервное напряжение. Не упустите такую возможность помочь себе. Я желаю вам гармонии, бодрости и хорошего настроения. Занимайтесь йогой с Yoga Healthline от компании Electrolux и будьте здоровы!